Ту-ту-ту. Принцесс Кенни. Всем привет! С вами Вормайт, игра под названием Souls Park The Stick of Truth, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы на том, что у нас идет бой с шефом воскресшим с помощью Клайда, который его воскресил с помощью соуса из Taco Bell, который на самом деле является слизью упавшего разбитого НЛО. И, короче, как-то так. Именно такая херня у нас происходит, и мы валим зомби-фашистского шефа. Пытаемся, по крайней мере, это сделать. Так, кровотек не действует на зомби. Это херово, потому что я играю за счет кровотека. Бонус к способности. И у меня и у него. Отлично. Так, а что у тебя есть за способности, во-первых? Небеса эльфов. Яростные ветры. Давай. Нажимаю указанную клавишу. Это будет сложно, наверное. А, я не нажал. Я лов. Чуть-чуть попал, в принципе. Кстати, довольно мощная атака, если попадать, а не как я. Так, давай большую порцию эликсира. Стошнило, тогда целебный эликсир, пуля. Какая тогда ты меня накормишь, понял? Так, тебе нужно сбить броню, получается, мы это можем сделать с помощью казни. Да, два раза снизили броню немножко. Так, а ты... используй у меня большой эликсир, большую порцию, а потом отрегенишься все-таки этой херней. Чтобы еще раз попробовать стрелы пустить. А сейчас ты сделаешь нам элементаля, призовешь. Левый кнопку мышь, пока не вижу вспышку. Нифига себе урон идет от него. Кайл, а ты мощный, я смотрю, да? Дважды надо было блокировать, окей, буду знать. Так, давай-ка призовем наших спутников. Ага, сначала лево-право, лево-право, да. Лево-право, лево-право, вниз. Откиллись немножко благодаря этому. Сплоченность используя. Блин, а я теперь не смогу отрегенить себе ОС, да? Тогда просто бей. Клюшка для гольфа Кайла. Атаковать зажми левую кнопку мыши, когда дубинка замигает. Опа, что-то кастует. Что-то кастует нехорошее. Так, давай эликсир маны. Большой. Стошнил уже опять меня, черт. Сейчас пить воду обычно. А его мы тогда будем просто бить катаной. ХП у меня дохерища, я смотрю, да? Так, давай восстанови себе ману. ОС, точнее. Не ману, а ОС. И давай залп. Ready? Не та кнопка! No, no. Здравствуйте, дети. Так, отбился вроде как. Прикольно. Прикольно, черт. Я даже мурашками покрылся. Бьем шефа. Так, давай-ка еще раз отрегенься. Давай обычный эликсир силы, думаю, тебе хватит. Протеин давай набор массы. Только не ржирей. И... а почему не сработало? КЗ почему не сработало? Пинай тогда своего брата. Хера урон. Обей ми!
У него одна хп же осталась. Или он пришел в себя? Everybody, I'm back! Enough of this! Burn them! Burn them all! О! Ой, жесть. Вот это да. Your eons of torment are at an end, ruler of darkness. You know what, I'm not playing anymore. You have broken the rules of the stick, and for that I banish thee. I banish thee from space and We did it, dude! That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds, and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations! Yay! Король чмо. Звучит не очень, на самом деле. Now let's get the stick back to safety, before anyone can do... We've got him! We've got the Dragonborn! Dragonborn? What the... What? So, it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has the stick of truth. How does this guy know you, King Douchebag? King Douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until 4 years ago, when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No! His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Это просто палка, чувак. Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Stupid. Controls the... But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything! Anything I want! I no longer need you, new kid! I control the universe! Больной ублюдок. Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. Нет. And you can have this all to yourself. Ты старый голый мужик, я к тебе не присоединюсь. I can offer you all. Just get me safely out of here. You can rule with this once again. You underestimated the character of the Fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. Я просто молчу. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kinney! At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc. Что, whose entire village was wiped out by humans and elves.
Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with an orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the stick. Веснушка должна появиться у тебя, Морган Фриман. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kitty, come back here! Damn. Блин, надо было прошлую серию на этом закончить, на самом деле, но... Давайте посмотрим, что у нас за снаряжение. Максимальный запас здоровья. Максимальный запас здоровья. Идеально так высасывает здоровье. Получает больше денег. Замечательный вообще шмот. Замечательное снаряжение. Единственное, что нужно его чем-нибудь зачарить еще, чем-нибудь охеренски полезным. Восстановить дополнительное все здоровье. Получи вознаграждение в начале боя. Получи бонус к атаке в начале боя. Наноси одноручным оружием больше урона. На 25% больше тошнотворного. Шокирующий урон. Ледяной урон. Думаю, вот это. Получаем бонус в начале. А, у нас еще есть, да? Нанеси на 20% больше, если у нас здоровье меньше, да? Давайте вот это мы поставим. А, вот это. Оружие ближнего боя на 200 больше урона. То есть получает. Дальше мы прокачиваем... Ой, надень обратно. Теперь мы прокачаем это на бонус к атаке в начале боя. А в шапку мы вставим что-нибудь типа... 20% больше одноручным оружием, но у меня не одноручное оружие, по идее, да? Ну, давай, ладно, 20% больше одноручным оружием. А оружие у меня сейчас получается топовое, да, которое самое мощное. Ну, на данный момент. Потому что покупное и куплено именно настоящее живое оружие, типа. Охранительные сюрикены ниндзя, кстати, мы выбили сейчас. Дали нам вознаграждение. Дротики-служайки. Замедляющие гранаты. Нет, слабо. Самая опасная игрушка на свете. Предельные атаки кровь. Думаю, давай возьмем. Был у нас диск кровопуска... А, диск кровопуска не сильнее гораздо, так что мы оставим тогда его. Хорошо, далее хочу покрасить я свою эту кофтейку. Какой-нибудь серый цвет будет, да. Или красный, оранжевый. Черный, пусть будет черная. Ну, выбери черный. Почему не могу? А, типа вот так вот надо. А, и штанишки. Штанишки пусть будут у нас серыми какими-нибудь. Вот такими вот. Вот такими. Во. Шапку покрашу. А, шапку уже красить не могу. Нормально сойдет, мне нравится такой прикид. Супер. Так, и теперь мы отправляемся на финальный бой, если не ошибаюсь, совсем полностью, абсолютно финальный бой. Топор подземелий. Не, ну сильнее тут ничего у нас точно уже нету. Это максимально все у нас изменено, вставлено. Добавляет один дополнительный удар. Ну, сойдет. Готовы. Так, Клайд пойдет с нами. Хотя, давайте не Клайд, давайте Баттерса. Баттерс будет с нами, потому что Баттерс с нами был с самого начала нашего пути. Кенни предатель, а Баттерс красавчик. И отхилит, если что. О, магазин. Welcome, weary adventurers. Can I interest you in some of my wear? Да, покажи, что у вас продается. Вот что надо было сначала бы сюда идти, но я же не знал. Я не знал. Так, во-первых, мне нужны тако. Это прода... Это покупка. Хорошо. Тако, кофе есть у тебя? Шарик сада, эликсир скорости есть, отлично. Еще эликсир скорости. А, и вот ускоряющий эликсир еще есть. Отлично. И эликсиры скорости надо мне побольше. Отлично, так. Имидж, что продаешь? Парик Клайда. Пусть будет. Че, погнали?
наш финальный бой. Give us a stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, Beth. Принцесс Кенни! Окей, ну ты мудак. Сука. Каваи принцессу. Ой. Музыку прервал я случайно. Finish these weaklings, Princess Kenny. Давай, Кайл. Все-таки. Будем менять их в процессе боя. Луч радуги? Серьезно. I'm ready, Princess Kenny. Опа-па. Кто там не вовремя ко мне, друзья, добавляется? С ними. Так. И шикарная катана еще давай. Нормуль. Но я боюсь в том, что... Это же Кенни! Кенни! Он не умирает! А я не помню, что тут будет. Сейчас посмотрим. Так, главное не ошибиться теперь. Да ёпта, опять... Они поменяли кнопки теперь. Ну хотя бы 5000 снесли, ладно. Воу! До свидания, принцесса Кенни. Пока. Прямо как по книге. It's all over, Princess Kenny. Douchebag is too powerful for you. Да. Эй. Не-не-не-не-не, не пей. No, Kenny, don't drink that. Кенни, какого... This is it, King Douchebag. The final battle. Your buddies stand with you. I will just stand over here. Я тебя не могу призвать. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Кто бы мог подумать, что Кенни последний босс? Как из банки, блядь. Так, интересно, я теперь не ошибусь на кнопках. Давай попробуем. Ready? Aim. Fire. Ей! По-моему, нанесло урона меньше, чем обычно. Ёб твою мать. А чё так до хера всего-то? Дай-ка я тебе скорость использую, Баттерс... Ой, Кайл меня похилит тогда. Так, кровотек у меня максимальный. А броня есть какая-нибудь? Броня есть, давайте я броню тогда поломаем. Нет, мы броню ломаем. Два раза. Я умер, заебись. Заебись! Я не могу. Пинай, бэйби. Кик за бэйби! Вот эта способность гораздо мощнее получается. Эй, хорош. Ну ты охерел. В смысле? Что сейчас было, я не понял. Почему у меня Кайл второй раз использовал эту херню? Нужно было прожимать. Я вроде же все правильно сделал, какого черта? Ну бей клюшкой. Use your rainbow attack, Princess Kenny!
дерьмо. Рэмбо атака сразу убивает, получается, да? Так, ладно, у тебя все еще так, как было. Так, мне надо тогда еще раз. Спокойно, Картман, все будет хорошо. Было бы хорошо еще, если бы ты встал сюда, на нашу сторону. Потому что у тебя урон тоже мощный. Давайте еще я собью мне броню. Принцесскини! Еще два раза сбили. И теперь херачим просто так. На. Ох, ты убил, смотри. Прикинь, сюда удара. В смысле? Hit them with the zombie vomit. She looks more dead than she looks alive. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Я же блоки... Какого? Это нечестно! Он воскрес! Да вы гоните вообще с самого начала, что ли, теперь? А что будет, если я Картмана возьму? Он сможет встать туда? Вы угораете. Дерьмище вообще. Нет, давай двойную атаку сразу. Где там? Это сильная обжорка. Твою мать, у меня не сохранилось это, то, что я все купил. Да говно не сохранилось, то, что я использовал это говно. Какого черта? Дерьмо. Так, ну давай-то загрузим, хули. Не сохранилось, потому что мой закуп не сохранился вообще никакой. Это прям очень грустно, серьезно. Какого черта, я не понял? Да. Во-первых, парик Клайда у меня теперь не купился из-за тебя. Во-вторых, мне нужно, сука, Така. Бесит уж, отматывает обратно, короче, это все. И эликсиры скорости. Не то. Вообще тогда сохранюсь вручную. Ну, думаю, столько хватит, в принципе. Все остальное сохранилось вроде, да? Да. Сохранимся вручную тогда. Серия будет довольно большой, да. Потому что я не рассчитал немножко время в предыдущей серии, ну да ладно. Так, во-первых, сразу давай по тактике. Эликсир скорости. Сразу теперь ломаем броню. Два раза, отлично. Теперь кровотек. Так, теперь Баттерс у нас берет двойную херню тоже. Нет, не меняется. Он использует Профессор Хауса. Сбивает саундтрек Кенни, но... Пульсирный врач на 40 минут. Он на работу не опускает. И что, лучше? Ну, так себе. Это хватит еще раз. Давай обычно. Это у тебя помощнее будет, беги. Хотя нет. Не извиняйся перед ним, он предатель. Две тысячи урона наносит эта херня. Хули ты-то опять? Кенни, ты охерел? Сейчас был под Баттерс, а не твой. Ну, пробиваешь хотя бы, ладно. Я пробью его так, интересно. Грёбный предатель. Так, он выпил теперь из дерева, стал зомби. Карта нашел помогать. Четыре тысячи снес, охереть. Так, ну сразу делаем по старинке. Используем эликсир скорости. После чего мы ломаем броню. И затем накладываем кровотек.
Думаю, попробуем такой кровачок. Так, можно сразу пятюню наложить кровотека, да. Так, ты, Баттерс, ты сменись с Кайлом. Кайл будет кик за бэби делать, больше урона нанесет. Окей, так, опять бьем двойной эликсир. Ну, где? Мотай. Колесико мышки не работает, вот заработало все. Да сейчас сделаем все, не ссы. Сейчас все четко будет, смотри. Раз. Это так загасим он нахер. Урона до хера. Теперь Кайл использует сплоченность. И после этого все нас завершает его братюня. Okay, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Yay! Это урона пролетело, конечно. Oh my god, you killed Kenny! Oh my god, you killed Kenny! You bet! Oh, no, wait, he's back. Use your rainbow attack, Princess Kenny! She looks more dead than she was before. Kill her again! Так, мне нужен эликсир скорости использовать. И просто бить катаны. Нет, мало урона, мало урона. Хотя сойдет. 6000. Мне надо, чтобы ты меня отхилил, чувак. Дай мне пончик. Красава. Так, а ты используй опять Айка. Охереть урона Найк наносит. Yes, drink your goo, Princess Kitty. You'll be invincible. Oh no, you don't. Shit, I shanked it. Блин, я же жал. Видимо, это можно сбить, короче, этой херней, чтобы Кенни не восстановил КП. Сейчас разберемся. Так, давайте сломаю еще мне хватает уже. Тогда просто бью. Нормуль, сейчас пролетело так. Неплохо. Надо было это кинуть. Сейчас рам свой, чтобы кровачок мне сделать хороший. Так, пинай Айка снова. Айк хорошо работает здесь у нас. Еще как кик. Да. Да вы угораете. Вы угораете просто надо мной, суки. Какого черта? Надо воскресить. Давай чакрам. Блин, 380, но нормально, ладно. Один только кровотек делать? Серьезно? Херово так. Hit them with the zombie vomit! Сплоченность давай. Айк у нас будет сегодня рулить, короче. Но не сейчас, потому что не хватает уже вызова. Давай тогда это. Заменим тебя на Стэна. Не ссы, сегодня все бои участвуют у нас. Сегодня у нас финальная битва. Так, еще эликсир. Кофе, кофе. Даже Твик нам помогает, понимаете? С помощью кофе. Два эликсира осталось, мало. Так, броню ломать не буду, наверное. Попробуем его сейчас кровотек хотя бы сделать. Дополнительный. Да, нормальный X3 теперь у него кровотек. Принцесса Кинни, call upon your beautiful Nazi unicorn! Ты ебанутый? Какого нахер? Единорога. У меня еще атака вторая. Use your rainbow attack, Princess Kitty! Заблочил, отлично. Метку давай. Attack! Отлично. Так, ты теперь больше ничего не можешь. Давай способность свою. Путь меча. Давай завершающую атаку. Стэн зарешает. Стэн зарешает.
Блин, ну ты добьешь, ты им только броню снес. Я тогда добью. Поле. Отлично. Да твою мать, он опять встал. Но теперь без брони, смотри, последняя битва получается. Или нет? Нет, нам не одолеть. О, нет. King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's balls. I am now asking you to break that oath. He's right, it's our only chance. Fart on Princess Kitty's balls, King Douchebag! Do it! Now, King Douchebag, fart on Princess Kitty's balls! What about the gentleman's oath? А ща, ребят, мне надо это немножко подкрепиться тогда. Finish these weaklings, Princess Kinney. Где Нагасаки? Удержите правую кнопку мыши, найдите нужную you частоту. Fools! Princess Kinney controls the universe! Открыто достижение амбулаторный больной. What? We're back to normal. We're cured. You're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Это был, об этом будут сказывать легенды. Убрали так и Белл. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. Dinosaur hunters or pharaohs and mummies. Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? И сейчас просто самый эпичный момент. Я опять покрылся мурашками, как в первый раз, когда это увидел. Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы говорить. Впервые за весь сюжет мы заговорим сейчас. Это и что мы скажем, это просто потрясно. Это великая отсылка на серию South Park, именно на карту, но короче. Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Опа! Воскрес, мудак. Блин, игра огонь. Игра просто великолепная, она замечательная. После нее, по идее, еще можно во что-то поиграть, но... Что о ней можно сказать? Она великолепная. То есть это великий юмор South Park всех сезонов, сохранен, все отсылки есть почти на каждой, чуть ли не каждой серии есть отсылки здесь. В геймплейном плане игра также великолепна, то есть... Великолепный RPG с великолепным юмором для тех, кто она заходит как и фанатом South Park, так и фанатом RPG любых, потому что она просто, она шедевральна. Другого сказать я ничего не могу. Вторая часть, к сожалению, еще не вышла. То есть я планировал, что пройду игру как раз к выходу второй части, потом думал, что не успею пройти игру к выходу второй части. А теперь я узнал, что игра выйдет у нас вторая часть только в декабре 2016 года. Будем ждать, обязательно в нее поиграю, обязательно ее пройду, прям сразу из первых рук, все дела, вся херня и так далее. Потому что она, черт подери, шикарная. И она будет лучше, то есть там можно будет перемещаться по карте во время боя, и супергеройская тематика уже будет популярна в нынешнее время. South Park же обычно так и делает, берет именно популярные механики, то есть пока были популярные RPG, JRPG и Dovahkiin, да, которые здесь использовали, они сделали RPG на эту тематику. Сейчас популярны как раз сериалы, супергеройские фильмы разнообразные и сериалы про супергероев, поэтому они берут и делают именно игру в стиле South Park про супергероев в игре, короче, это будет нечто.
очень-очень сильно этого жду. Хочу, чтобы быстрее она вышла, но будем играть сразу с выходом. Скорее всего, будет у меня предзаказ. К сожалению, так как я еще не топовый ютубер, да, у меня не будет ранней версии, раннего доступа, но сразу же с выходом ее рассмотрим, но это будет уже только в декабре. Так, титры пропустим. Давайте посмотрим, что нам теперь доступно после прохождения самой игры. Так, мы просто просыпаемся дома и... Все. Все, то есть мы это все прошли. Туда мы пройти уже, кстати, не можем, мелким. Тут ничего у нас нету, друзей 99, скорее всего, их-то можно получить больше, но для этого нужно что-то сделать. По заданиям у нас, в принципе, все пройдено. Возможно, есть что-то, можно найти еще. Единственное, что здесь не собрано у меня до конца, скорее всего... Трищим покемона я не нашел. Еще можно будет их поискать, но не вижу в этом какого-то особого смысла, только если ачивку получить. Снаряжение не все у нас еще собрано, например. Тоже его можно везде покупать, там понасходить, понасобирать и так далее. Но тоже в этом смысла я, к сожалению, особо не вижу. По друзьям, друзья у нас, по идее, собраны как раз-таки все, что ли? А, это просто друзья, они тут не показаны, закрашены, короче. Жалко. Можно было бы определить... Сувенирные фотографии, руководство и паспорт. Что ж, вот, собственно, это все. Погоди, еще не все. Или все? Почему мне недоступны, короче, эти? Watch out for strangers. Go play with your new friends today. Мы наконец-то подружились с батей. That's enough. Охереть. Вот это достижение, это прям вообще это. Это нужно сильно постараться, чтобы с батей подружиться. Теперь у нас их 100. Скорее всего, максимальное количество. Да, группа теперь вся доступна полностью. Способности мы больше никакие улучшить не можем, по идее, потому что максимальный уровень взят. Можем только что-нибудь одно еще здесь приобрести, даже не знаю, что взять. Пусть будет такой пофиг вообще, абсолютно, потому что игру в эту играть больше, скорее всего, не буду. Скорее всего, вообще, потому что она свое исчерпала. Она доставила мне кучу настроения, кучу всяких возможностей и показала сама в себе то, что, как могут выглядеть вообще игры шедевральные. И теперь ждем, в общем, только вторую часть с нетерпением и долгим томительным ожиданием. Вот, собственно, это все. Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока. We'll be right back.